Я помню, много лет подряд вы входили в список Forbes как один из самых богатых людей Украины. Каково сегодня ваше финансовое состояние? Вы подсчитывали, вам это интересно или нет? Я не живу сейчас этим. Было время, когда я считал, сколько я зарабатываю в час, в день, в месяц. Считали? Считал, да. Сколько в час зарабатывали? Было, что зарабатывал и 80 тысяч долларов. В час? Да. Но это по-разному было. Я считал каждую копейку. Сейчас я этим не живу. Этим занимается мой сын. Он продал банк. Его деньги, пусть он занимается этим.